Через неделю в Одинцовском городском округе с размахом проводят русскую зиму. Для масленичных гуляний будет организовано 48 праздничных мероприятий. Ожидается, что их посетят более 40 тысяч человек. Главных площадок будет 4. Спортивная масленица в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 14 марта. Детская масленица в парке Раздолье 13 и 14 марта. Фестиваль «Широкая масленица» в Звенигороде по улице Московская с 11 по 14 марта. А также масленица на Большой Поляне рядом с деревней Захарово, где 14 марта традиционно пройдут самые масштабные гуляния. Ждут саму Надежду Бабкину. На всех площадках будет весело и, конечно, вкусно. Добро пожаловать на масленицу!